Друзья, привет! Должен ли новый собственник оплачивать пение старого? Рассмотрим ситуацию. Вы купили квартиру, а вам прислали пение за воду, начиная там за 10 лет. Законно ли это? Ведь тогда вы еще не были собственником и не проживали в квартире, и никакого отношения к ней не имели. С тех пор, как вы стали собственниками, за вами долгов нет, все платите исправно. Давайте разберемся в этой ситуации. Поехали! Новый хозяин квартиры не обязан платить по долгам предыдущего собственника, поскольку задолженность по ЖКХ числится за человеком, а не за квартирой. Об этом много раз уже говорили. Для решения данной проблемы попробуйте для начала договориться с предыдущим собственником квартиры. Возможно, он пойдет вам навстречу и сам погасит долг. Если этот вариант не сработает, то необходимо взять выписку из ЕГРН, в которой будет указана дата перехода права собственности, и затем написать заявление на имя руководителя управляющей компании, обслуживающего дома. В заявлении нужно объяснить ситуацию и потребовать произвести необходимые изменения в лицевом учете, чтобы долг перестал числиться за вами. Также обязательно сделайте в нем ссылку на статью 153 Жилищного кодекса. Данное заявление обязательно направляется заказным письмом с уведомлением и с описью вложения, чтобы остались все следы его отправки. В случае отсутствия реакции со стороны УК, обращаемся в Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. С вами, как всегда, был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Давайте поставим этому видео лайк или дизлайк, если не понравилось. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Пока!